на гирокоптера. Дальше уходит Дарксир. Очередь команды сил света. Отлично. Защищать героя. Ну что, еще вам нужно сделать? Ну, отличий от Captain's модов, я думаю, увидите. Да, во-первых, не полный пул героев. Во-вторых, количество банов у нас становится 3, а не 5. Ну, в общем-то, это немножечко сузит выбор стратегии обеих команд. И где-то, возможно, даже увидеть сами не самых ожидаемых персонажей. Но, тем не менее, все-таки за обычной доты мы будем идти, например, куда-то на, ну, не знаю, на МДЛ текущий европейский, на ВЦА, там, где... баталии с огромным пулом героев и с большим пулом стратегий от капитанов, то здесь все-таки в большей части будет более расслабленный характер. Хотя, опять же, вот полуфинальная стадия дает о себе знать, и ребятки забирают и моды посерьезнее, и героев сейчас будут брать тоже очень серьезно. Но вот Дмитрий на Продоте взял себе диспан на first pick. Хорошо. Тут же сразу ответчик Курса Warrior и Bane. Ну, вот Висп может с ЦК сочетаться, но ЦК добирается Prodotto Gaming сразу же Тайдхантера. Очень-очень оперативно герои разбираются, обеих команд. Здорово. Просто здорово. Ну, темп хороший. Что дальше? Лигу Prodotto Gaming уже неприятная. Отличнейшая связка героев, трудноубиваемый ЦК под Виспом. Плюс ко всему на замес у них еще есть Тайдхантер. Ну, вот Турсецкому уже неприятно. Уже какие-то проблемы на стадии драфта присутствуют. Посмотрим, как они эти проблемы будут решать. Мид героев, давайте оценим, сколько ли у нас мид героев вообще здесь осталось. Тут есть Рейзен, например, да, как персонаж, который в теории может пойти в мид. Мы добрали себе Акса, пока Хелл Рейзерс. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. Не сказать, чтобы контра этому самому ЦК, да, ЦК особо-то Акса не чувствует, но все равно пробивает, но тем не менее герой неприятный, опять же, с быстрым линком может много чудесного вытворить. Так, а что у нас еще в мид может, кроме Разора, пойти? Ну, я не знаю, ну, как-то Блудсикер, условно, в пабликах раньше ходил в мид. Пудж! Кстати, есть Пудж, ребятки, может, порадует нас Пуджей. Очередь команды сил света. Лишачок есть, героя. Кстати говоря, не забываем тоже. Но Твич Доктор пока от HellRaisers. Ну что ж, тоже персонаж на драку. И Shadow Shaman, Prodotto Gaming. Очередь команды сил света выбирать героя. Очень боевые герои, хотя вот больше синергии я вижу в пике Prodotto Gaming. То есть 4 героя, которые отлично друг с другом сочетаются, плюс на линиях хорошо стоят. Есть и контроль, есть и дизейблы, да, есть и персонаж, который будет наносить физ ДПС непосредственно, нюки тоже имеются. Ну, то есть такой более сбалансированный пик получается. Ну, у HellRaisers в теории тоже, да, у них тут много физушников, есть что пробивает БКБ. Физрон действительно очень жесткий. Вроде бы и на стадии лейнинга все должно быть неплохо, с учетом того, что есть и Бейн, и Рич Доктор, довольно неприятные саппорты. Но все же, вот когда ты видишь Урсу и Акса, два таких милишника и Поителя, да, персонажа, который будет идти в драку непосредственно, и сравниваешь их с Тайдхантером и ЦК, и ты понимаешь, что у Акса и Урсевича будут есть проблемы. Ну, при прочих равных, безусловно. Так, кстати говоря, HellRaisers у нас почему и запозднились, потому что играли против Virtus.pro, и матч они проиграли. Это у нас игра была в рамках МДЛ Европы. Ну, вот ВП выиграли 2-1, HellRaisers все-таки, может быть, не в самом радужном настроении подходит к этому матчу. Что, хорошо, Razer все-таки появляется у нас на, скорее всего, мид-позицию. Prodotto Gaming. Ну и вот теперь вам большой вопрос, HellRaisers, а кого же вы в мид поставите против Разора? Вариантов, прямо скажем, немного. Афонину здесь придется тяжко, конечно, кого бы он ни взял. Ну, не знаю, напрашивается, конечно, Лишак какой-то, который будет отспамливаться и держать дистанцию от Разора, но милишника брать уже не хочется, любой милишник поиграет. Ну да, Лишак, это, по-моему, вообще единственный вариант, возможно, был HellRaisers в данной ситуации. Но я бы, конечно, с удовольствием посмотрел на Паджика, но, увы, в этой карте будет без Паджика. Ну что ж, мы, значит, можем смотреть уже игру. Первая карта. Ну и ребята разбирают себе героев. Ну вот опять же, все-таки будем к этому вопросу возвращаться вновь и вновь, что вот как-то... Ну, может быть, это несколько организаторами было не продумано, чтобы больше, ближе к конечной
стадии, к финальной стадии турнира, ребятки действительно будут выбирать уже моды поувереннее, понадежнее, не какие-то рандомные, где больше зависит от удачи, да, нежели от твоего собственного скилла. Вот, и будут ориентироваться на CM, на КД мод. Осталось 5 секунд. Так бы, конечно, было поинтереснее, например, финал посмотреть, я не знаю, на РДМчике там. Уже условно обилится драфт, да, 1-1, там, соло мид и что-то такое. Это было бы весело. Ну ладно, в любом случае, ничего страшного, капитан драфт тоже весело. Мы с вами давненько, например, не видели такого героя. Клишрак, очень редко у нас появляется. Акс какой-то, да. Виз ЦКА, так это вообще две команды, две персонажа, которые друг с другом уже редко вместе выпадают. Там обычно, если берется Виз, то байнится ЦКА, там как-то и наоборот, да. Поэтому там будет есть, ну, будет зачем посмотреть. Итак, давайте про Dota познакомимся с ними. Ребята играют за Radiant, Sunlight будет у нас на ЦК, Банскор Support Wisp, Tron будет играть на Offlane Tidehunter, Jackal на Разоре, ну и Митрим у нас будет играть на Shadow Shaman. Ну и ребята из Hellraisers, Undershock Pain, Афонин, Медоволи Шрак, Goddamn Support Witch Doctor, сыграет у нас и Бах на Урса Warrior, ну и Шачло будет Offlane Axe. И расклады. Забегают сразу в чужие леса, посмотрите, что творят Hellraisers. Решили сделать какой-то неожиданный First Blood, но не удалось. Не нашли они ПД, ПД полным составом находились на нижней линии. Ну, там, возле нижней руны. Не получилось. Вот, кстати говоря, очень приятно был удивлен, когда в составе Pro Dota увидел Джакала. Почему? Потому что игрок очень древний. Игрок, который, ну, я не знаю, успел за время развития Доты 2, там, Доты 1 сходить в армию, там, АФК, да, уйти из компетиции Доты, постараться в нее вернуться. Игрок, с которого я, наверное, даже начинал свою комментаторскую карьеру еще, помню его как первый состав, который играл за команду ASICAP, под организацией ASICAP, состав тогда Джекал тоже был. С частью игроков нынешних Империи, ну даже уже, наверное, не Империи, да, там Fly играл, я помню. А Маг был тоже на оффлейне стоял. Было очень давно. Вот, я их первые матчи, собственно говоря, и комментил. Вообще первые профессиональные игры комментил с участием вот ASICAP Team, где Джакал как раз таки принимал непосредственное участие, был Керри. Тогда еще пошли вот эти мемасики от Джакалокоптеров различных и прочее по поводу его сборки. Много веселого было. А потом, конечно, в мгновение ока Джакал пропал. Пропал из видимости, пошел в армию, занимался собственными делами. И вот он снова возвращается, но я не знаю. Я сейчас точно не могу сказать, сколько ему лет, но он очень старый. Посмотрим, как ему удастся вернуться в Dota. Джакал. Ну, его бывшие тиммейты уже где только не бывали, в каких только интернешнлах не принимали участие, что только не выигрывали. Он, конечно, менее титулованный парень, но, тем не менее, видим, запал тот самый грень. Не остыл, и он реально готов опять на керри фармить и убивать. Так, там Ванскор теперь не пытается миди убить. Фонин, Годдэм, Андершок. Чуть не наказали Ванскора, Санлайт пытается тоже помешать противнику. Но вы знаете, триплади довольно жутко. Если два суппорта так и будут бегать возле мидлинии, Санлайт со Ванскором могут просто-напросто просесть. Себя Фонин хотел выпилить стан, но не попал по Санлайту. Ну, вот так вот линии свои расставили ПД, то есть поставили ВСПК в мид. Разор решили поставить просто против Урса Вориора. В принципе, неплохо. Ну и на топе у нас стоит Хантер, стоит против Акса. Ну, кстати, неплохо тут части расставили свои линии Hellraisers. То есть Акс против Тайдхантера, мы видим, стоит хорошо. Снизу, конечно, Урсетский будет испытывать некоторые проблемы против Джакала, но, в принципе, более-менее ок, хотя при экспириенсе Ибах точно будет. Ну, в миду там боевая линия, тут снизу, смотрите, пытаются убить Джакала, и как же больно ему, и пожалуйста, делают килл. Митрим на развороте пытался убить Ибаха, не получилось этого сделать, ТП не хватало на Эзершоке еще один, да и кулдаун был. И вот идет такой ФБ от Hellraisers. Ну, неожиданно немножечко, да, то, что Разор погибает от лап Урсы, но тем не менее. А Вистука тем временем атаковали Бэйна прямо по таверам, его убивают, снизу Рошан. А, я понятно, понял, я, да, то есть Рошан убил Урсу. Это он, видимо, суицидил специально, чтобы быстрее дом доехать. Да, но вот здесь, конечно, вид ЦК тоже показывает, что они довольно сильны. Про эту связку забывать нельзя. Виспа уже есть ботл. А ЦК просто с нюков идет вперед и бьет. Бафом виспа, в принципе, получается неплохо. Ну что ж, весело, игра начинается. У нас счет пока 1-1. Были неожиданные фраги как и в миду, так и на нижней линии. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Посмотрим. Вот он ГДМ. Так видел, что делается отводы Митримом. Как-то помешаюсь, да, крипов на себя переагрил. Вполне логично. Ну и по таврку от них вести нужно. Урса там заберет. Бэйн возвращается на линию. Ну то, что убили разок Бэйна, абсолютно ничего не значит. В принципе, для игры Бэйна, да, потому что его геймплей остался таким же, он приходит опять же на медлению и старается помешать санлайту. Все же, как ни крути, но герой довольно статовый, плюс есть сапог. Убить его не так-то просто. Приходится вот по тавру лезть. Ну и вот мидлишак. Мидлишак 9 на 2 крипстат имеет, лучше, чем у ЦК, ЦК все-таки боится. Ну да, смотрите, только Виз подошел делать какие-то отводы стаки, так все, ЦК сразу страдает, крипам не подходит, ибо... Ну, ибо милишник. Не крути, но милишнику всегда тяжко. Так, Урсу 10 на 2, Рейзер 12 на 5. Ну вот, несмотря на то, что Джакал погибал, все-таки типа, он фармит неплохо. Заказки пошли, Джакал клэпает у нас и бах, а Джакалу нужна помощь. Джакал здесь ошибся Джакал. Ну вот, дистанцию не рассчитал, не прочувствовал, что после касок успеет и бах подойти и дать клэп. Погибает уже второй раз на линии, очень приятно. Митрим, понятное дело, даже и подумать не мог, что сейчас его кор возьмет и на легкой линии, там где-то под своим тавером отдастся. Ну, Джакал ошибается. Ошибается и тем самым фармит и баха, и да и подфармивает также и Годем, и экспириенсом, как минимум. Да и Годем вообще два фрага имеет, так что очень даже неплохо стоит. Иллюзия! Ну вот, бот появился. Больше очка, левел 3, вторая молния. Такой вот у него интересный скиллбилд. Ну, вообще, не то чтобы он прям супер какой интересный, это стандартный скиллбилд для лишаков, когда они, эти самые лишаки, были в моде. Это версия Dota 6.84, если кто не помнит, да, где вот с одной стороны был лишак, с другой стороны была Алина. Так, тут теряние Андершока, то пытались выцепить на хайграунд, но в итоге Sunlight сам вниз упал, и пытаются сейчас пробить Андершока под виспом. Пошли слипы, висп разбудил, Sunlight идет дальше. Ну нет, здесь Бэйн отковырялся. Ну вот опять же возвращаемся к той мысли о том, что Бэйн все-таки самый... Не самый тонкий герой, и убивать его довольно сложно. Ну вот, на примере мы это сами конкретно мы увидели. Оп, станчик прописывает. Вот, с тех пор лишак у нас, в общем-то, с той самой версии, да и пропал с медлини, ему немножко порезали молнии, перестали его брать. Ну вот здесь... Как мы видели по драфту, это было вынужденное решение брать лишака. Смотрим, Афонин не забыл ли, какой этот герой, на что он способен, что ему там собирают обычно. Так, Аски снова Джакала пытается подмять, снова клэп, оверпауэр, и Джакалу-то очень больно, дэмэджа высасывал, но пассивка. Вот что бьет Разора. Увы, не урон с руки для Разора, все-таки это пассивка, против пассивки твой статик линк не особо помогает, и в итоге падает Разор уже в третий раз подряд. Ай-яй-яй, Джакал. Не очень-то и начало. От крипов ты бьешь неплохо, но вот подставляешься. Конечно, вот есть небольшой вопрос тому, что вот Митрим все-таки далековато от своего кора находится. Видит же, что тяжело ему, ну. Так, Джакал на топ пошел. Шачло пытается убить. Поджог Шачло Джакала. Джакал, кстати, клинком высасывает дэмэдж, но не более того, он же мидом. Так что даже ни одного удара сделать не получается, в итоге все уходит. Ну а Висп с ЦК продолжает развлекать медлению, и на этот раз подмяли Шачка. Шок, мы видим, помочь толком не смог. Есть у него сапог Афонина. Так. Пошел и баг. Ну вот, Разор ушел, зато остался Шадо Шаман. В общем-то, я думаю, не особо-то важно и баг у кого убивать. Разор, Шадо Шаман, не важно, просто идешь и бьешь. И он где-то и бьет. Чус не дурно. Мы с вами получаем. Мы с вами получаем довольно забавную такую вещь, что две крайние линии Hellraisers выигрывают, и единственная их проблема только на миду. То есть про Dota Gaming сейчас должна реально рассчитывать на мидеров. Чтобы как-то в этой игре не потеряться, то есть вот таким вот образом. Андершока 4-секундный стан, да сколько ж можно это терпеть, Андершок? Погиб. Ну, это опасно, действительно опасно, когда заходит такой вот ЦК с третьим хаус-болтом. Прописывайте 4-секундный стан. Опа, хорошо подловил Афонин. Стан. И Манскор жив. Просто жив. Стар с руки. Манскор. 9 хп он доживает. Ваня. На тоненького сыграл. Вообще, показалось, по-моему, что у него был Fire, вот этот вот новый артефакт, который там 75 хп мгновенно дает. Он его заюзал сразу, пережил. Но, тем не менее, все равно было опасно.
Лесной Мурзинский пошел. Кто пришел? Трон пришел. Трон пришел, неважно. Это ебак идет и начинает ему ломать. Ломает ему кабинет и трон. Ну вот трон за счет пассивки жил, конечно, даже за счет НКСМэша. Но убивают его все равно, приходит ЦК. Вот, смотрите, Удури Старейшин на развороте, Санлайты тоже пытаются подмять каски, но Висп уже здесь, а раз Висп здесь, нужно убегать. Да, падает в итоге Курса, и Годен тоже будет падать. Вот, пожалуйста. Та самая пара Висп ЦК, те самые мидеры про Dota Gaming сейчас, ну, практически вытаскивают из Early Game про свою команду. Там где-то у нас и Акс тоже слился. Понятно, каким вот образом произошло. Кого он убил? Пам-пам-пам-пам-пам. Разор его убил. Во. Шакал. Справился. Башню сил света на центральной линии. Показывает, что атакует. Не так-то он и плох на самом деле. Может и Акса вырубить. Ну да, это все-таки немножечко сбивает тайминги Шачло. Он не покупает себе быстрого блинка. Кормить заново. Ну, как-то вот более-менее про Dota Gaming. Сразу нашли себе силы. Хорошие фраги понаделали. Конечно, очень неплохо смотрится здесь Sunlight 2.04 у него, когда и с прядышком, который вечно суппортит ему, OneScore 3.03 играет. Вот, чувствуется, что эту комбинацию, ой, это, смотрите, как же больно, и бах, он только пришел на линию, и сразу же его подмяли, застряли телеса. Ну, вот этот вот вар сейчас очень серьезно зарешал, дал вижен необходимый. И дальше идет Sunlight, он... сил света. Видите, каких преград, он идет под тир 2, вообще под виспом, никого не боится, так. Но вот здесь уже разворот. И теперь получается, что OneScore сзади остался. Кстати, OneScore каски залетает, не отлетает ни в кого. И на развороте, реально, тир, Thundershock 3 секунды и стал таверну. Как же сейчас ошибаются HellRaisers, какой же фитфест пошел. Они просто сейчас под коня лезут. Конник копытами давит. Ну как он их давит, а? Этот Sunlight 3.05. Еще и стаки подфармливает. Ну вообще все волшебно. Топовый нетворс на карте Sunlight. Ну, в общем-то, верили, судя по всему, на стадии лейнинга про Dota Gaming свою связку медовую, и она не подвела. На миде не ошибались, теперь снизу тоже несколько фрагов сделали, и так вот. Таким вот образом, скажем, early game выигрывают. Вообще, из 9 фрагов, получается, Sunlight поучаствовал в 8. Ну, OneScore в 7, там разочек он не успел, ЦК. Но тем не менее. Хорошо, паузы пока есть небольшие трудности, видимо, у одной из команд. Дождемся, ничего страшного не произошло. Дорогие друзья, вас там стало больше на стриме, поэтому я еще раз напомню, что мы с вами смотрим турнир, фановый турнир, как он числится, да, от D2CL. Называется он Christmas Charity Magic. Турнир направлен на благотворительность, то есть за каждый купленный билет стоимость этого самого билета, она идет... поддержки фонд детям, по-моему, или голодающим, вот я точно не помню. Последний раз давно уже турнир комментировал, вот, но тем не менее, в общем-то, и вы людям помогаете, если будете билет приобретать, ну и при этом команды сражаются, как мы видим, за довольно неплохой призовой фонд, $40,000, вот, и сейчас у нас стадия полуфинальная играет про Dota против HellRaisers, первая карта, по такому раскладу мы с вами идем. Ну и был у нас определен драфт модов на первые две карты, первая карта играется на моде CD, Трансдрафт, да, вторая карта будет играться на моде CM. Если я ничего не напутал. Такой формат. И пока в первой карте мы видим, что про Dota Gaming берет своего виспа ЦК и рушат всю карту просто. Бегают, убили в миду всех, убили снизу всех. И теперь осталось только на топе наказать кого-нибудь. Но вообще, тут свапаются линиями только так, ребята из HellRaisers. Тут такие многочисленные ротации, там тот же Ursa Warrior, как и на нижней линии побывал, теперь на топ пошел. Акс у нас тоже на топе был, вниз пошел. Ну и ставится вот Митрима, смотрите. Терпен парды, пытаются забрать тир 1 тауэр. Есть глиф, линии. Глиф почему-то атакует. Не юзается. Башня сил тьмы на нижней линии разрушена. Ну, могли немножко времени выиграть, ну ладно. Тауэр оставили. Ну а ЦК пробивает уже и медовой тауэр. Та же стяжка от его команды, разор тоже рядышком. И будет пушить еще один тауэр. Трона подцепили. Так себе это работает, Sunlight идет дальше, просто идет дальше, он сейчас будет вырубать людей. По-моему, опасность слишком заходит, но знает, Эдхантер рядом, даст рейдж, если что, Годема смяли очень быстро, Митрим держит еще и Андершока. Андершок, подшекалс, никуда не уходит, очередные минус 2 в исполнении про Дота. Да, ну и... пищите HellRaisers, больно вам.
равняют с землей, ничего с этим поделать нельзя. Очень-очень неплохое начало было башня у сил тьмы на товарищей Баха, но разрушена. Вот три смерти подряд и все. Бенетворс он просел, Линка нет, Владмира нет, пока ничего нет, Таврата падают. Драться пока нет возможности. Ну, мы с вами возвращаемся на стадию драфт, когда мы с вами оценивали силы героев. Да, с одной стороны был Тайдхантер без ЦК, с другой стороны Урса Ворьер и Акс уже, в принципе, у Хеллрейзера спик смотрелся так себе. Ну вот. Проблемы-то возникли уже на стадии early game, то есть дальше-то еще хуже будет. Ну или шаг, мы видим, пока ситуацию тоже не спасает. Афонин две смерти, без киллов, без ассистов. Башню сил тьмы на верхней линии. Посредственный творог для митера, 3300 всего лишь. И пошел релокейт. Первый релокейт. Так, неплохо встречает Афонин с рассказа. Вам скоро можно подмять, он скоро падает. Онлайн тоже падает. Как же здесь Hellraiser отлично среагировали. Ну и, конечно, красавчик Афонин. По даймингу супер стан свой дал. Атакуют. И много покормили здесь ребят с Hellraiser. 2000 монет было отыграно мгновенно. Тавр хоть на топе, конечно, был потерян, но тем не менее. Очень нужные, очень приятные, очень тайминговые фраги. Причем сами-то они особо ничего не делали, они просто дождались. Когда наглые продоты пойдут их убивать, это все мысль. Ну и сразу смог от Hellraiser. Попытайте еще кого-то. Так. Чачло есть блинк. И Бах взял себе Морбит маску и на Рошан сразу пошел. Что-то пока тяжеловато ему этот самый Рошан дается, конечно. Так, а Шачло-то нашли. Шачло, по-моему, немножко загулял. Санлайт реалити рифтом попасть не смог, потому что туман майны. Но вот сейчас есть Хекс, а Шачло здесь никуда не уйдет. Никто его не спасает, это смерть. Интересно, как у Ибаха дела. Ибах таки смог Рошана осилить, есть Аегис, бежать туда, ДПшку прожимать. И уходит, уходит. Там Рошпит находится тоже в тумане войны, и пока туда не зайдешь, ты героя не увидишь. Башню сил света на нижней линии атакуют. Ну так, более-менее. Рошат она немножко про дота, Рошанчика отдали. И пошел опять релокейт на ход под Годем. Годем не знает, куда уйти, влево, вправо, вверх, вниз, везде смерть, везде его ждает кара. Релокейтная, ну и убили его, успел, правда, закупить себе поинтбустер. Все равно неприятно. Ну, выигрывает Prodotto Gaming, пока у нас 3000 монет, по экспириенсу, видимо, 1500 плюс для Hellraiser's. Ну, в принципе, понятно, почему по экспириенсу лучше, потому что Hellraiser все-таки, видим, разозненно бегают, не единым кулаком, что называется, пытаются сплитфармить каким-то образом. Но ПД же стараются как-то вот рядышком друг к другу. Но не знают, сила их, конечно, башню сил в единстве. Вот они так друг другом и... вместе и бегают. Ставят еще один серпент варды, реалити рифт почему-то пошел к катапульту, станом один из вандершока, пацан попадается. Санлайт, десвард, Шачло здесь прыгнул, никого не подцепил, очень плохой прыжок. И в итоге десвард был потрачен. Инициация Шачло была потрачена тоже, и тавр будет падать. Силы тьмы укрепили. Кантер купил себе блинка, а вот этот блинк не видели, ребята из Hellraiser сможет повторять. Но сейчас, по-моему, он немножко спалился. Башня или сил нет? Тьмы на нижней линии разрушена. Артефакты жуткие, конечно, появляются у ПД. Смотрите, сразу перетяжка на топ. Сразу перетяжка на топ, будут пытаться убивать и Баха, но без релокейта никак, Висп. Релокейт не готов, еще 6 секунд. Ну, слайд просто пошел прогонять противника. Блинк покупает себе Урса Войлер. И пошел смог от Hellraiser на топе. Знают, что ЦК-1, они видели вот под этим вардом. Висп уже рядышком. Висп может спасти, понимают, это Hellraiser, поэтому важно сперва убить Виспа. Думают они, Шачло, Андершок заходит за спину, Санлайт здесь, барабанщики прожимают, Шачло врывается опять неудачно, Санлайт. Реальти рифтом Андершок дал стан, Фантазм пошел и... Понял, Висп, что закидал его? Вот это ты, Ванскор, конечно, киданул сейчас своего ЦК. Да, думает, ЦК сейчас сидит. Санлайт говорит, да, ты... Я бы с тобой в разведку не пошел. Турнир бы не поехал, ты проверку не прошел. Ну так, как-то странно получилось, здесь пошел в мид на релокейте помогать своим тиммейтам, убивать лишь очка, а при этом скат кинул. Хотя мог релокейтом опять же спасти. Ладно, Митрим терение подхватили. Делает факт Шачло. Башню и ушел. На верхней линии ушел здесь и Бах. Ну что ж, неплохо Hellraiser, так немножечко ответили, все-таки за счет того, что башню немножко неслаженно сыграли про дота, парочку киллов удалось сделать. Ну и в целом вот ситуация на карте более-менее уравнивается.
В любом случае, не все так грустно. Какие-то артефакты башня появляются у кор героев Hellraisers, а это уже надежда на то, что можно будет повоевать. Опять же, не видели, я так думаю, никто из вас пока еще Ravage от Тайдхантера. Ну вот лично я не видел, может быть, кто-то пропустил. Там пройдет ранта котов заряжать, но вроде как и Ravage имеется, и надо как бы его тратить, а ну почему как почему-то не получается. То ли противник быстро умирает, то ли когда нужно Ravage, Тайдхантера рядом нет. Бывает такая ситуация. Надо этот... влиться в игру, что называется, да, поймать единый темп своей команды и ревейджировать налево-направо. Ну, потому что под ревейджем, конечно, на это вообще никто не остановит. Главное, удачно прыгнуть. Ну что, так, под вардом, по-моему, продвигают сейчас. Ага. Ну вот, смог-то был провизан вне варда вот этого, поэтому не должны были бить Hellraisers. Сами они видят. Годема, кстати говоря, одиноко гуляющего. Можно на релокейте его навестить. Ванскор готов заряжать. То ли не прочекал, то ли что. Но вот это вот была довольно легкая жертва. Часть героев Hellraisers возле тир 2 тавера. Сейгис по-прежнему бегает киба. Афонин покупает себе, кстати говоря, линзу. И за спину какой же заход получился. Афонин такого не ожидал. Каш получается, кстати, глин там же. Афонин пытается чем-то откидываться, подкидывается в разор, в итоге фуржится, замедляется и умирает. Сразу байбек. И драка будет на развороте. Посмотрите. Шачло ворвался, турсетки пытается ванскор подбять. Ванскор падает. ЦК теперь настолько силен, не знает фантазм. Трон Ravage ждал, а вот Ravage это проблема. Ravage это проблема. Акс погиб. А правда, Десвард, Афонин зажали в серпент бардак, он тоже погибает. Джакал идет дальше траться. Прыгивает дебаг после Аегиса уже на Джакал. Джакал разрывает. Ну а здесь Санлайт остался. Все здорово, все замечательно. Всех удалось убить, кроме ЦК. Атакуют. А вот то, что не убили ЦК, это проблема. Потому что там выжил только Бейн. Таки, в огромнейшем плюсе остается именно ЦК. А у Снайт 1000 монет зарабатывает. То Бейн выжил, это неважно. Да, заработал немножко денег, но ваши что с него будет с этого Бэйна? Есть что-то? Нет. А вот то, что Санлайт выжил, это проблема. Может быть, не столь аккуратно сыграли Продота, опять же, можно было получше исполнить, но тем не менее, даже в таком раскладе они остались пусть. Ой, как сыграл здесь Андершок! Слип Санлайта и тычка Денайт Тауэр, неплохо сыграно. Денег. Но большую часть противника за Тауэр. Большую часть денег за Тауэр противник не получил. Ну и мекка. Есть у Джакал, есть Огр Клаб. АБ, соответственно, пойдет. Вообще, это довольно разумная мысль. В том плане, что много там всяких кастов, этих вот неприятных нюков, что Бейн, что Вич Доктор, что Решачок. Так, БКБшку прожал, и вообще никаких проблем нет. Огр Клаб приобретает себе ЦК. Здесь, конечно, вряд ли будет БКБ, Санлайт, скорее, это больше какой-то статовый айтем, потому что вроде Синджин Яш, я думаю. Ну и Ванскор тоже нужно подумать о своем здоровье. Желательно все-таки в драке не умирать, чем дольше живет Висп, тем возможно, что ЦК надо делать киллов. Ой, Андрюшка здесь, по-моему, подставился, пытался как-то вардить. Смотрим на Вижн, да, хватило от реалити рафта рифтом зацепить РНЖ и в итоге делать килл. Да, вот такой вот девардинг, когда один суппорт идет с, чужие варды поломать. Обречен на провал изначально. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. День как-то не очень удачно складывается у Hellraisers пока, так если посмотреть. ВП проиграли, у Prodota Gaming с первой карты проблемы какие-то возникают. Ну я думаю, не обижу Prodota команду, если скажу, что все-таки фаворитами, явными фаворитами этой встречи являлись именно Hellraisers. Я думаю, и букмекера им отдавали свое предпочтение. По идее, выигрывать Hellraisers должны, но мы видим, проблемы присутствуют. До сих пор. Ну что ж дальше будет собирать, интересно себе, Афонин с этой линзы. Ну, в принципе, неплохо, да, то есть дополнительный урон, опять же, с магических кастов, это, наверное, самое основное, что нужно было с этой артефакта иметь. Ну, то, что там где-то каст рейндж увеличивается, это тоже, в принципе, здорово, и мана прибавляется, но все-таки вот топ-дамаг с кастов, света на центральной это круто. Линии атакуют. Это очень круто. Так, ну что, бегают опять же под смоками и нашли Андершока, врываются, каш на него, есть хекс, плазмафилд, Шеклас держится, и Андершок, конечно, здесь стальют, и вот и Hellraiser информация. Это наставление просто, это призыв, бегите, бегите отсюда, нечего здесь делать, там смерть, там страшно в лесах наших.
нет там спасения, фарм есть на линиях других, и именно туда устремляется Hellraiser, Смит пошел шачло, Смит пошел шачло вниз, и бах, в лес пошел тот дэм. Ну, конечно, Тир 2 они здесь не спасают никак, ну хотя бы можно что-то вот подфармить лишнего. Башню сил света на нижней линии. Под, подфармить атакует. Не дофармиться бы сейчас, а потому что шачло сейчас имеет возможность просто подставить. Смитрим ныряет, разрушена. Не хватает рейн, чтобы шачло зацепить, то гейлакей тоже уходит никуда. Ну вот надеялись очень на то, что Смитрим зацепит, как-то хек даст или шеклас, но не вышло. Он чудом остался здесь живых. Сумасшедшая игра, конечно, такая. Вы знаете, она очень похожа на элитный PUBG, то есть часть топовых игроков. Вот так и побегали, трогали лица, помяли, и вроде всем весело, задорно. Но только победитель будет только один, не проблема. Слушайте, а Готэм-то тем временем, по-тихому, особо не обращая на себя внимания. Ну, за ним почти нафармил, не хватает 10 монет всего лишь. Ну, вообще, вот этот вот Вич-Доктор, он, ну, исконно считается одним из геймченджеров в Доте. Суппорт, Вич-Доктор реально может быть геймченджер. Но вот тут сейчас то, что он сделал, это точно не геймченж. Ерунда какая-то исполнил Готэм сейчас. Это что за мув? А пойду-ка я посмотрю, как вот здесь у противника дела. Вот это пойду. Вот так, оп. Атакуют. Прикольно. Но видно, как вы заметили, у него вообще никого не было. То есть он шел реально на верную смерть. На секундочку себе даже Кор Лишак не позволяет выйти вообще за половину своей карты, а Вич-Доктор позволил. Уж очень агоним хочется, наверное, подфармить. Ушли только своим мувом. Удалил себя от покупки этого заветного артефакта. Так вот, агоним что позволит? Агоним позволит тебе стоять где-то в уголке, пока там Урсецкий вместе с Аксом впитывает какой-то урон, его наносить, привлекать себе внимание, то Сварт будет ломать. Атакуют. Ну и реально это может очень серьезно подгнобить про Доту. Почему? Силы потому что... Ну, есть такие персонажи, как Бисп, например, как Шадо Шаман, которые будут страдать. Да вообще все будут страдать, не сказать, чтобы здесь огромное количество брони на команду есть. То есть, если мы посмотрим на артефакты, нет Владмира, нет Керасы, безусловно, да, никакой. Будет больно, то есть весь урон будет проходить полностью. Силы света ну, решили брать на награды за башню на центральной линии. Акс, ну, БКБ готовы, у Урсецкого есть, ну и Рошан. Рошан на этот раз для Продоты. И Релокей сразу же куда туда, за Пейном. Ой-ой-ой, какой стан хороший-то от Афонина, а? Не позволяет завязать реалити рифт. Пейна. И в итоге Релокей ушел в никуда. Сейчас вернутся обратно и будут Рошаночку добивать. Знают, знают, Hellraiser, где находится оппонент, но сделать ничего не могут, потому что страшно. Поездно, потому что артефактов еще не хватает. Но закупаются госкейптером различным, но как-то атакуют. Вот нужно пережить ЦК. Чем больше ты его кайфишь, чем больше ты его разводишь, больше шанс его убить. Точнее, убить первого виспа, а потом как-то развести. Ну и тут же смог после забора Аегиса. Нажимается и... Это может умирать. Будет умирать. Санлайт пошел в леса чужие. Атакует. Что же он там найдет? И нам Годэм вот фармит опять. Опять Годэм и опять фармит. Но агонит у него же есть. То можно дохнуть, в принципе. И желательно можно. Он дальше продолжит свое движение. Атакует. На фоне уходит на ТП. Аксяшка пошла, видно и плохо. С этих линком, к сожалению, ТП ему не сбить, поэтому он уйдет. Андершок тоже прожимает ТП-шку, и вот тут шачло делает и ТП. Трон, вот он ревич. Ну вот же он ревич-то этот. Он второй за игру, если я не ошибаюсь. Ну или третий. Но тем не менее, довольно полезный. Очень полезный пак. И немножко темп сбора БКБ нужно было нарушить. Успел купить себе Метрилхаммер Акс перед смертью. Осталось только свиток. Но фармить на этот свиток он пока не может. Так, а что у нас там с Серпент Вардами-то? Готовы? Нет? Не готовы. Еще 23 секунды. Поэтому на терпию еще не зайдешь. А уже пора. Уже пора, потому что есть Аегис на команду, есть барабанщики вроде бы, да, как один из таких командных артефактов с аурой. И вот, когда появится Серпент Варды, можно пытаться... Попытка не пытка. Ну, к этому моменту, конечно, Hellraiser должны быть на максимум готовы, то есть нужны артефакты, все деньги, которые у них есть, нужно будет инвестировать в айтемы. Ну, может быть, кому-то даже на вебэк оставлять, но тем не менее. Время еще немножечко у Hellraiser. Совсем чуть-чуть.
Башню сил света на нижней линии. Ну атакуют. Вот буквально сколько еще? Ну все, времени уже нет. Серпентварды готовы. Пока неплохо удалось засплетить, и бах. Вызволил противника где-то стоп-линии вниз. Кала БКБ. Ну, Дмитрий Могерклаб, я так понимаю, какой-то гоним пойдет. Так, и опять подставляется кто-то из суппорта, Hellraiser, Thundershock, на этот раз. Загуливает немножко суппорта, Ашер. Релокейт там на топ, что происходит. Ставится тест Свард, потянули котема, но нет, вот. Ой, да боже, как тест Свард по котему занес. Как же много, Хантер погиб, Лис тоже должен погибать. Лис погибает, а тест ЦК. Только ЦК против всех, ЦК против всех, ЦК не работает. Так не работает, ЦК первой жизни своей лишился, и второй, думаю, тоже снимут. Фантазм потрачен. И Шичло его снял. Ошибочка. Передная ошибка от Продота. И как же, опять же, мочит этот Вичток. Ну вот, написано, что 484 урона. Нет, на самом деле, конечно, обманывает. Вич Доктор фулл ХП Тайтхантера фактически в соло снял. Это мы видели. И там еще виспу досталось, потому что отскоки были жесткие. Ну вот, говорили мы с вами о геймченджерах, говорили мы с вами о Всевышнем, о переменах в доте, пожалуйста. Вот вам наглядный пример. Как такие герои, как, ну вот, Вич Доктор с Аганимом, как ЕС с Эхослэмом, как Магнус Реверс Полярити и много-много таких персонажей могут, ну, чуть ли не в соло менять расклад на карте. Один раз удачно воспользовавшись своими способностями. Ну, а про Дот надо что-то об этом подумать, как-то это нужно сейчас исправить. Ну, сохранить, во-первых, дизейбл на Вич Доктора, все-таки, как ни крути, Аганим у него нет. То есть тот же самый Шато Шаман с блинком, тот же Тайтхантер с Реведжем, тот же ЦК с болтом. В теории, ну, снять ему ультимейт смогут. Но зато... Зато у Кадема есть время подсобрать себе, может быть, какой-то Глиммер Кейп или ПКБ. Части этих дизейбов спастись. Мы вообще так немножко приободрились, Hellraiser, да, мы видим. Вышли, ворцы проставлены, смоки юзают. И видят миду, Джакала видит, и бах, пошел. И заходит не туда, Джакал, финскри получает, сразу спасти надо, трон будет и нырять, трон ныряет, есть ревидж, неплохой вид, цукатца сразу же залетают. Андершок пытается пробить, Андершок пока жив, БКБ ставит, дестварт от Котема, вот он, родной, вас убьет сейчас всех, Сандайт это понимает. На Котема, но потеряли уже двух героев этому времени. Ну и 2-2 пока размен, Бис полетел, Сандайт оставил. Очередной кидал. Ну что не так-то? Что у вас происходит, Планскор? Ваня, хватит продавать своего кора, он тебе игру выиграть может. Если улетаешь сам, увози с собой ЦК, это ж правило. Так, ну пытается напасть на Шачло, Дмитрим, Госкептор, ЦК байбек вообще заюзал. Это очень интересно, нужно Шачло валить на блинка за Суртецким. Тот блинк и другой блинк. Вообще должны уходить. ТП Акс. А, Митрим Шеклс успел поймать. Шачло, ошибка. Ошибка, Шачло, форстафы. А Урн оф Шадоу сбивает тебе блинк. Дальше не уйти. Виз просвечивает. Шачло умирает. Ошибка. Ну, вообще-то даже смерть Акса, конечно, она в принципе не столь важна. Важно здесь было то, что ЦК сделал пайпэк. Ну, не знаю, как-то вот Product Gaming немножечко в драках теряется, чувствуется, да, то есть вот нет какого-то единого понимания, что нужно делать. Ну, то есть кнопочки нажимать-то они умеют, но вот в плане того, что, а давайте быстро зафокусим Вич Доктора, давайте оставим на него какой-нибудь дизейбл. Ну, к слову, вот Годему, Годем, конечно, очень классную позиционку принимает, то есть вот здесь спрятаться, это еще нужно было догадаться, придумать, фантазировать такой момент. Но то, что ПД не среагировали вовремя и сразу не сбили ему его ультимейт, это беда. Должен Дмитрий им стараться, то есть как-то, не знаю, ждать Вич Доктор. Реально просто ждать, стоять в стороне и ждать. До последнего. Там, может быть, драка происходит, ничего страшного. Тайтхантер есть, Рэвидж даст, в принципе, за БКБ там ЦК расправится. Как-то будет держаться, еще не умрет. Но вот очень-очень важно сбить Вич Доктор Робин. Ну, точнее, его ультимейт, Десфарт прогоним. Если этого не сделать, драка будет проиграна. Ну и, конечно, Висп. Кидает знатно пока своего ЦК. Ну, дважды уже такое было замечено за Ванскором. То ли личные счеты с Санлайтом, то ли что, я не знаю. Так, посмотрим сейчас, как у нас пройдет все. Здесь смог. А видит и Баха. Ну, не видели, кстати говоря, не зашли. Зато видит Андершок. Андершок оцепляет сразу через риф.
И ставится Дерсмарт! Опять Дерсмарт! И не встает ревенж на Котэмону! Сколько можно это терпеть? Разор уже погиб! Почему-то Дерсмарт бьет урона, перенаправит, а перенаправляют. Урсетский там погиб. Залетают каски, Афонин под БКП. Ну, Ашачно обрывается довольно-таки поздно. После БКП и помирает тут же, но вот за счет того, что он ворвался, спас жизнь Афонина. Ну, вообще, не знаю, тут тяжело очень, конечно, HellRaisers. Все, что их пока спасает, это Палкович, Доктор, остальные вообще драться не могут. Саживаются очень серьезно. ЦК, конечно, пробивает как надо. Смотрите, ЦК носит 4500 урона за драку. Это очень много. Во! Боже! Вальф! О, Крейгазм, боже, они доставили. Они добавили подсчет дэмэджа от варда. Ну, я не ошибусь, если мы, наверное, года полтора, наверное, просили, чтобы Вальф это сделали, они добавили. 3000 урона нанес Вичдоктор, красавчик. Как же вот четко нужно было опять же в этой позиции встать, чтобы не попасть под ревидж, который где-то вот здесь закончился, но начал здесь. Классно было, но HellRaisers, опять же, это не спасло. Ну, такие у нас получаются камбэк на камбэке. Куча переворотов, куча драк, то в одну, то в другую сторону, качели знатные. Ну и в итоге пока про Dota Gaming чуть-чуть впереди. Ну вот прям совсем чуть-чуть. Прям вот даже незначительно чуть-чуть. Закупаются другие артефакты. Sunlight Sand себе взял. Ну, об этом мы с вами говорили, да, БКБ, дальше статы какие-то. Очень неплохо на ЦК смотрится Манта Стайл. Можно было попробовать этот артефакт купить. Ну, решил так. Вот три госкепта, кстати говоря, это решение проблемы с Десвардом. Части. Заджакал себе. Даже Разор покупает себе госкептер вместо того, чтобы купить Ахсал Тиран, например. Да, вот. Ну. Это же о многом говорит. Он реально боится. Он реально боится года. Слабость показал. Не, на самом деле, это, конечно, не слабость показал, это ну, реально защищает от физодамаги. То же самое и у Сетки не будет тебя вгрызаться. То есть от много всего, не только от Десварда. Ну, просто некоторые бы в этой ситуации предпочли сразу купить себе Салтерас, какую-то Шиву, там, сделать себе брони под 40, иметь резист, там, не знаю, не 59%, как сейчас у Разора, там, а под 78%, ну, как-то так, да, на максимально возможно. Ну, довольно интересно. А, вот так. Heaven's Hellbird. Кстати говоря, тоже. Благодарю. Возможность немножко задоджить Десвард. И да, и дэмэдж от Урсы, потому что будет промахи. Ну и ставят терпят парды на Рошана. Сыра Еги здесь. HellRaisers должны здесь давать бой. Тягаться. ЦК, у которого будет сыр там или Аегис, будет очень сложно. Почти нереально HellRaisers боятся. Как же они боятся, понимаешь, что драка может полностью игру им потерять. Но вот залетает на Кьюрса Вори, начинается замес, ставится Десмарт, хайграунд, неплохой Десмарт. Есть Ревич, и вот Ревич теперь был классный, потому что сбил Мечтоктору все. В итоге двоих потеряли HellRaisers. Ускоряется Джакал, Мечок пытается уйти, не отпускают его, минус 3, и падает там еще где-то Лешак. Падал на звук ЦК. Но минус 4 сделали ПД, забрали себе Эгис Сыр, судя по всему. Да, ЦК забрал себе Аегис, сыр достался. А, вот сыр сорвал и бах. Ну, такое себе ворвался, забрал и погиб. То есть, ну, ничего супер полезного не произошло. Ну что, и Продота идет заканчивать игру. Ну, если сказать, качественно был сыгран Тайдхантером, то здесь Трон даже сделал акцент именно не на драку какую-то, которая здесь происходила, а он реально пошел куда-то сюда, чтобы там ревидж по-настоящему действительно... Казармы сил тьмы на центральной линии атакуют. Главное справляться по ходу игры. Это всегда очень важно. Ну что, медлиния поломана. Есть ББК, конечно, HellRaisers, но тратиться на них не хотят. Надеяться на то, что противник уйдет, а он реально уходит после весенней медлинии. Ну и разбегаются. Кто куда? Аганим появляется у Шаду Шамана. Ну, по деньгам здесь должно быть, ну, все просто великолепно. Но вот текущее золото мы видим у ребят из Pro Dota Gaming, ну, слишком много. У каждого из членов команды. Ну, и вот она самая кираса. Только сейчас появляется у Разора, именно после госкептера уже. Ничего страшного, с таймингом хорошим идет Шакал, в любом случае драки выигрываются, это самое важное.
Было бы ужасно, например, если бы он купил себе госкептер, так и проигрывал, а потом у него денег не хватало купить себе что-то еще. И запак, вот, условно, без кирасы выглядел бы, ну, ужасно. А вот с появлением кирасы уже такой джакал, боевой парень. Видим, резистов из урона стало 64%. Можно танковать, можно идти вперед, есть бэквэшка. Ну и, конечно, бафы-дебафы. Раскидывают на союзников, на противника. Важно. Ну, как клан покупает CGDM, прекрасно понимает, что уже под станами стоять не хочется. Хочется, конечно, фулл ДПС с Десвардов носить, поэтому БКБ первоочередная его цель для сборки. Ну, вообще, конечно, непонятно, как за счет чего еще выигрывать. Ну, вот нужен раскачанный Лишак, ну, Лишака видим БКБ, и дальше вот какие-то такие составные части собранных артефактов, ну и Курсецкий. БКБ Башер пока тоже маловато, конечно. Хочется большего. В любом случае, сравнивая с ЦК, например, мы видим, насколько они встают. ЦК тут уже ривер приобретает себе, будет тарасочку делать. Идут по нижней линии протота. Идут ломать базу, строение ломать. Есть серпент-парды, теперь уже под эффектом аганима. Броняться станет еще сложнее. Diffusion Blades, вот что покупаешь себе у Сафори. Фузы. Башня сил тьмы на нижней линии. Как же разрушена. Это интересно. Диффузы. Ну, давайте посмотрим казармы применение Diffusion Blades. Значит, мы казармы смотрим внимательно за Серецким. Там нижняя линия уже потеряна. Метрим получает Гекс, Плазма Филд. Слип пошел. Врывается Аксинул на себя. Трон вошел тоже. Трон ждет Котема. Ну, вот теперь Рэвидж не дождался. Просто стал, что Котем приостановить. В это время два героя уже погибли. Ставит этот фарт только сейчас. В принципе, неплохой, но команда уже погибла. Ну, с другой стороны, Готэма если обвинять тоже сложно. В другой иной ситуации, если бы он пораньше дал свой ультимейт, ему просто просто сбили. Да, тут драку проигрывает Hellraiser полностью, тесто проигрывает и первую карту. БД ведет с счетом 1-0. Но я напомню, дорогие друзья, что это серия Best of 3. Что будет еще возможность у Hellraiser с противником отомстить. Но уже на другом моде. Это был Captain's Draft, будет следующим модом, скорее всего, Captain's Mod, если заново там драк моды не начнут. Каким-то образом. Ну, вроде должно быть CM. Ну, а на третью карту, по-моему, будет РД, если я не ошибаюсь. Как бы там ни было, дорогие друзья, мы с вами будем сейчас недолго прощаться, буквально на несколько минут. И... да, есть возможность немножко отдохнуть. И вернемся в прямой эфир совсем-совсем скоро, будем смотреть вторую карту противостояния Protot Hellraiser в рамках турнира D2. CL далеко не уходить.